Вот красота. Ребята, это Сатурн. Вот это очень хорошо. Это Сатурн. +22/+53 по Киеву. 1 июля 2018 года, Харьков. Ну ладно, сейчас я его уже вряд ли поймаю, но это было хорошо. Вот и ты, куда ты? Ну, это касаюсь к треноге и, соответственно, сразу же убегает у нас все. Да, ну хорошо, получилось неплохо вроде. Я в резкость поймался. Сатурн сейчас довольно близко. Да ты посмотри, ну невозможно совершенно. Класс вообще. Так, это у меня 83-кратное оптическое увеличение. Вот это сейчас движение вращения Земли. Убежал наш Сатурн. Ну ладно, сейчас еще чуть-чуть попробуем. Вот это уже отлично. Вот это первое удачное, ну, с моих критериев, удачные съемки Сатурна. Nikon Coolpix. Ну, ребята, миллиард 300 миллионов километров, это знаете ли, далеченько. Поэтому малейшее движение, все, отойду в сторону, чтобы землю не трясти. Ты ж мой золотой, ты посмотри. То есть 27 июня был Сатурн ближе всего к Земле. А, это посмотри, как хорошо. Это было 1 миллиард 300 миллионов километров. Сегодня, как я уже и сказал, 1 июля 2018 года, Харьков, 22:54 точное время. Ну все, отлично. Больше, ой-ой-ой, большего желать не могу. Постоянно у меня то не фокусировалось, то облачность, то еще что-нибудь. Ну, в общем, сейчас. Так, сейчас все. Еще попробуем Юпитер. Отснять. Юпитер у нас вон он, красавец. Сейчас будем его ловить со всеми его галилеевыми спутниками. Вот это слева двойная звезда совершенно с непроизносимым названием, Зубальгибени какой-то, да, еще не хочу, чтоб случайно не заматериться или ненароком дьявола не вызвать.
Сейчас вам уже видать Галилеевы спутнички. Пытаюсь мимо. Сори за головокружение. Так, вот это сейчас справа. Это как раз Европа пытается из-за Юпитера выглядывать. Ну не красота. До этого снимал все на Sony с 50-кратным увеличением оптическим. Здесь, как я уже сказал, 83-кратное увеличение оптики. Сейчас буду ловить, уж выбачаюсь за такие тряски. Все, я ушел, сейчас он сам должен в кадр залезть. Справа от Юпитера это Европа точно, я посмотрел сейчас. Запомнил. А потом идет вот там уже очередность, не помню, Каллисто, Ганимед, Ио, по-моему, ближайшие слева, потом Каллисто и потом Ганимед. Ну или ты посмотри, как быстро движется. Ну понятно, если он на 50-кратном увеличении прыгал моментально через весь экран. Ну что, я доволен. Более чем. Все, да. Да, как-то надо какой-то часовой механизм, что ли, эти головки делать на штативах. Потому как, ну, вручную невозможно совершенно это все ловить. Малейшие какие-то колебания. Порывы ветра. А тут, чтобы было понятно, еще и объектив вылезает. В целый телескоп сантиметров на 30 вперед торчит. Рычаг, консоль. Будем что-то думать по этому поводу. Иначе ж так не годится прыгать все время по экрану. Вылавливать. Это называется лучший враг хорошего. Ну, только руками дышать. О, все, ушел. Красота.
Да, ну все четыре спутника видны хорошо. 23.01 по Киеву, 1 июля 2018 год, Харьков. Думаю, на этом будем финишировать.